эксцентриссимо. Пока люди боятся захвата мира масонами, глобальными корпорациями или обитателями виртуальной реальности, его уже подмял под себя спиннер. Игрушка из подшипника и нескольких лепестков, придуманная для помощи детям-аутистам, теперь есть чуть ли не в каждом доме. Госдума на осенней сессии наверняка примет закон против спиннеров, ведь уже звучат мнения, что это зомбо-игрушка, а не антистресс, как заявляют его поклонники, если суметь их отвлечь от расслабляющего кручения. Не обошла опасная зараза и олигархов. Для них отечественные ювелиры выпустили золотой спиннер за 1 000 000 рублей. Он существует только в одном экземпляре, что довольно неосмотрительно, раз пока запрета на мегапопулярную игрушку нет. А в Новосибирске сделали русский спиннер из 3 вазовских девяток. Соединили их в передней части, в каждый двигатель остался. Вертеть это в руке невозможно, но если газануть одновременно во всех 3 машинах, царь спиннер будет крутиться и успокаивать пассажиров, но не сотрудников ГИБДД. Эксцентриссимо.